Всем привет, с вами Даша. Сегодня новый обзор на канале, в котором посмотрим с вами новый проект. Проект называется BBA Chain. BBA Chain – это блокчейн уровня 1, составляющий основу сети BBA Chain. Он разработан для работы независимо, без зависимости от какой-либо другой сети. BBA Chain поддерживает децентрализованные приложения, позволяя различным уровням приложений и систем взаимодействовать более эффективно. Их главная миссия – это их неустанное стремление постоянно совершенствовать технологию блокчейна и достигать прорывов в сфере криптовалют. Они постоянно разрабатывают решения для привлечения участия, отклика и вклада рынка криптовалют, гарантируя постоянное совершенствование и развитие их технологической платформы и продуктов. Они также стремятся оказывать поддержку и делиться своим опытом и достижениями с организациями и отдельными лицами, чтобы они могли расти и процветать вместе. Они постоянно стремятся к совершенствованию, внедрению инноваций и превращению в крупнейшую и самую мощную технологическую группу в цифровой индустрии. Также технологическая платформа BBA Chain предоставляет разработчикам необходимую инфраструктуру для создания децентрализованных приложений в своей сети. Технология BBA Chain может интегрироваться с любой платформой разработки и улучшать ее. Она также объединяет различные экосистемы в цепочку создания стоимости, которая беспрепятственно взаимодействует в системе блокчейна BBA Chain. Итак, здесь доказательство доли. BBA Chain использует механизм Proof of Stake, который требующий от валидаторов узлов хранить определенное количество токенов BBA в своих кошельках для участия в процессе проверки транзакций. Также пользователи могут застейкать эти токены BBA на узле в сети BBA Chain. Когда этот узел выбирается для выполнения нового блока, пользователь вознаграждается определенным количеством токенов. И эта функция дает пользователям больше контроля над сетью BBA Chain и значительно, конечно же, снижает стоимость и энергию, необходимые для голосования BBA. А далее здесь доказательство истории. BBA Chain использует Proof of History в качестве вторичного механизма проверки для обеспечения целостности и надежности общесистемных транзакций. Proof of History – это система, независимая от Proof of Stake, которая используется для проверки сроков транзакций в сети. Каждая транзакция в сети проверяется с помощью Proof of History перед подтверждением и добавлением в новый блок в сети BBA Chain. Этот механизм помогает снизить риск атак 51% и усиливает безопасность сети BBA Chain. Далее здесь есть производный от HALF. Этот механизм гарантирует, что ограниченное количество новых токенов BBA генерируется в сети BBA Chain, защищает ценность токенов и предотвращает инфляцию в долгосрочной перспективе. Этот алгоритм основан на количестве блоков, которые добавлены в сеть BBA Chain. Алгоритм BBA Chain работает по 12-месячному циклу. В начале каждого цикла количество токенов BBA, генерируемых в сети, уменьшается вдвое по сравнению с предыдущим циклом. Поскольку предложение новых токенов BBA уменьшается вдвое, то BBA становится более дефицитным, что, конечно же, увеличивает его ценность, если спрос возрастает в будущем. Следовательно, цикл часто рассматривается как важное событие и внимательно отслеживаемое криптосообщество. Следующий их алгоритм – это дихотомии. Алгоритм BBA Chain обеспечивает единогласное соглашение между валидаторами узлов по всей сети, даже если некоторые узлы действуют злонамеренно или передают неточные данные в сеть BBA Chain. Далее, пул облачных валидаторов. Что это значит? Это значит пул валидаторов Cloud – это место сбора множества пулов валидаторов Nano, Micro и Medium, где инвесторы, участвующие в пуле валидаторов, получают полную сумму токенов BBA, указанную в таблице на момент участия. Также
пул валидаторов, эквивалентный 100 тысяч долларов, работает независимо в отдельной облачной системе, поэтому Cloud Validators Pool также известен как Shareholder Validator. Далее, кластер облачных валидаторов. Кластер облачных валидаторов представляет собой уже совокупность множества пулов облачных валидаторов. BTI Group управляет, координирует и администрирует систему кластера облачных валидаторов, включая множество пулов облачных валидаторов, и обеспечивает согласованность, безопасность и целостность системы. Как видим, на сайте у них есть белая бумага. Кому интересен проект, то любой может открыть и изучить подробно весь проект, так как там описан он подробно и более в деталях. Также не будем забывать про социальные сети, так как это очень важно. Проект имеет сообщество в Twitter, Telegram, Instagram и Medium. Сообщество активное. Присоединившись всегда можно быть в курсе всей важной информации, также следить за обновлениями, за развитием платформы. Поэтому, кому интересно, всю подробную информацию можно найти в описании под видео. А на этом мой обзор подошел к концу. Не забудь подписаться на мой канал, пиши комментарии, ставь лайки и увидимся в следующем видео.